Тела 70 жертв массовых беспорядков опознаны на юге Кыргызстана. Они не были включены в официальные списки погибших. В регионе продолжаются поиски пропавших без вести. В Оше создан специальный полевой штаб. Следственные органы также должны приступить к эксгумации тел, захороненных в братских могилах. Одна из них расположена в районе компактного проживания узбеков у села Кызыл-Кыштык. Согласно последним данным Минздрава Кыргызстана, количество убитых в ходе межэтнических столкновений достигло 297 человек. Число жертв беспорядков продолжает расти.